Ребят, дорогие мои, здравствуйте. Прослушали мы сейчас композицию «Дыхание» Блютусова. Ну, в общем, ребят, вот звучание шикарнейшее. Вот вместе с добавкой вот этого саба, российско-китайского свена, звучание супер. То есть вот добавляют вот именно низ такой, знаете, ну, офигенно получается. То есть вот такой вот комплекс Panasonic. Звучит просто шикарнейше. Если учесть еще, что это не CD-диск играл, а играл обычный MP3, как бы, да, там с небольшим, в принципе, битрейдом, как сборник, да, диска. Вот, то можно представить, что если CD будет еще лучше, как бы, идти на нем. То есть, видите, в принципе, ребят, вот такая вот аппаратурка, вот, Panasonic, вот этой серии, которую я, в принципе, всем всегда рекомендовал, вы знаете, да, очень хвалю их. Смело покупайте, подключайте вот с выходом из SAP. Можно, в принципе, без выхода даже покупать. Там можно сделать так, чтобы подключить все равно SAP можно будет. Через линейную, там, как-то, или AUX. Вот. И, видите, вот такую вот систему вставите. Вот я, видите, ее кверх ногами повернул, потому что здесь фазоинвектор сверху. Он дует вниз, и не очень хорошо, как бы, да, как бы... получается. Ну, вот такая вот, ребят, у нас сегодня песня. Жду ваших, как бы, отзывов и предложений по этому поводу. Вот, видите, вот такие вот колоночки Panasonic играли вот в этом тесте. От PM91. Panasonic PM, вот такая вот моделька.
Вот, вместе с таким вот со сабвуфером. Вот через такой вот провод, видите, синенький идет, соединяет сабвуфер. Вот, там есть как раз вот у этой модели выход на сабвуфер. Вот, звучит прекрасно просто. По частоте Panasonic просто вот выше всех, вот даже вот, не знаю, вот которые вот по верхам, по средним частотам. И вот добавить вот этот сабвуфер просто супер. И это дешевая система, совсем, в принципе, бытового, можно сказать, уровня, с маленькими колоночками удобными. Сама она система небольшая, выдает где-то 140 ватт потребляемый, ну где-то ватт 80 на канал, да, на колоночку. И плюс сабвуфер, и все, ребят. Вопрос с озвучкой вашего помещения решен полностью будет. Спасибо за внимание, до свидания.